По просьбе наших зрителей мы снимаем третье видео из цикла «Как обманывают нас производители». Обратите внимание, зарядили на 6200 мА, 6500 вообще изначально. Вот показывают наши тестера, 5.28, 320 мА еще идет заряд. Смотрим на телефон. Телефон показывает, что он уже 100% заряжен. Вот видите, 100% заряда. Сейчас еще раз покажем, нажмем кнопку. Но видите, несмотря на то, что якобы 100% заряда, все равно у нас 6500, 370 мА идет, вот за 7 часов. То есть уже осталось 200 мА дозарядить. Вот ток заряда 300 мА. Телезрители попросили еще показать другой тестер, потому что они одному тестеру не верят. Вот вам еще тестер, у которого 10 показаний. Но, как видите, производители нас обманывают, потому что заряд еще идет. Идет, хотя телефон заряжен.